Евангелие, в числе которых аквариум, Юрий Ильченко, Геннадий Зайцев, Ольга Першина и Наталья Васильева. Первым подобным мероприятием стал концерт в честь дня рождения Джорджа Харрисона. В 1977 году принимал участие в редактировании подпольного журнала «Рокси». Является автором многих его статей. В марте 1981 года стал обладателем членского билета номер один Ленинградского рок-клуба. Идея сооружения в Санкт-Петербурге храма любви, мира, музыки именем Джона Леннона родилась у Коли Васина в 1990 году. Такие фантастические проекты в те годы еще воспринимались властями. И под храм была выделена территория устья реки Смоленки на Васильевском острове. На Пушкинской 10 был открыт фонд «Свободная культура», целью которого стали сбор средств на постройку храма и другие мероприятия. Пожалуйста, если на данный момент в зале присутствуют люди, желающие произнести о покойном несколько добрых, теплых, прощальных слов, произнесите их. Выйди сюда, обратившись ко всем. Прошу вас. Дорогие друзья, мы представители поколения, которого сейчас 20. Которым едва исполнилось 16-17 лет, что легкое и очень непростое время перемен, переломов, разочарований, взлетов и падений конца 80-х и начала 90-х. Многие из нас, даже те, кто моложе нас, не дошли в своей жизни до этого дня. Но был человек, я не могу говорить слово, был, есть человек, которому благодарны за то, что в эти жуткие времена потери веры во всю себя. Как библейский пророк, как большой.
Замерли? Камеру подержите, я хочу попасть в кадр тоже. Подержите, чтобы я попал туда. Так, внимание! Так, замерли все, замерли! Тихо, замерли! Так, внимание, снимаем! Сейчас еще работаю. Прыгиваем. А есть какой-нибудь? Спасибо большое. Я все время снимаю. Меня никогда не бывает нигде, понимаете? Мне так. Спасибо большое. Наверное, получилось, я думаю. Сейчас я. Я все равно потом. Просто пошли сделать это каждый день. И все, кто был на этих праздниках, уносили с собой то особенное чувство, которое можно было получить, которое можно было питаться только здесь. Только здесь. Кто бывал в офисе на праздниках, вокруг огромного круглого стола, в центре которого стоит, превращается храм, сделанный буйными чертами, те знают, что это. Потом подумай, ни к
ничего не оставь, останется, все, ну, будет не то, да, давай, давай. А кого чего? Все, я вас снял, давайте сейчас. Зашел уставший островок свободы. Островок свободы большой, да, островок свободы. Наш, он, да. Я на самом деле, я половину людей всех знаю. Они меня уже не помнят. Вот. Улицу Джона Леннона. И вот, в 78-м году. И вот поэтому самое главное вот это, о чем ты говоришь. Правильно? Вот. Ну что, ну так. Резерв Валя Барабанов. Здесь никто не извинился. Как было, так и есть. Улица Ленина, улица Маркса. Снимаешь, так это интересно. Как они там сидят, о чем они говорят, там непонятно. А мы все говорим о свободе, на самом деле. Тем более говорят, Вася. Ее надо напрасно звать. Ее здесь больше не волнует. Не то, что мы тут. Есть такое, потому что у меня папа, видать, когда он меня просто в 25-м кадре, наверное, внедрил. Где-то это мага, и я уже будучи. Ребята, то, что вы сегодня здесь, это, конечно, дань памяти Николаевича. Спасибо вам огромное. Ну, Beatles Forever, ничего с этим не поделаешь. Замечательно, ребята, замечательно. Единственное только, я смотрю на вас, на всех и на вас, на Вот этот Коля ушел.
Ребят, молодцы, круто, круто. Серега, вы помните все это, когда это было? Вы помните все это? Я знаю, я знаю, что вы помните. Не то слово. На себя не забудь повернуть, да? Да у меня никогда не бывает. Да ладно, да мне это ладно, плевать. Вот мне надо. Подожди, сейчас мы будем целоваться, не это самое. Давай. К чему мы все привыкли? Ни власть, ни деньги и ни слава. Плевать будет. Сереж, ты помнишь, мы еще 10 лет назад сидели в этом клубе? Боже, это любовь. Спрашивай. А кто может понять, что такое любовь? Никто не может понять, что такое любовь. Конечно, да посмотри, какие люди. Да не то слово. Тебе спасибо, брат. Ну как вы не стали? Несешь. Ну что я могу сделать? Ну Стэм тоже приезжал и тогда, Ну что ж, ну, давай. Спасибо. Давай. Домой заходишь.
гитаре. С раритетом я тут показывал товарищам 63-го года фотографию, где мы с ним на курсах совсем молодые. И вот он был уже в то время зомбирован на всякие самые. Спасибо. Следующий. If you break my heart, I go.
Вот так оно в жизни происходит. Если человека был, а потом человека нет, ну ладно. I'm a loser.